Вот, кстати, приделали сюда эту плакат с акцией. Не просто наш баннер стоит, а акционный плакатик висит. Спасибо большое «Глобусу». Да, ты где-то узнала о нас? Я видела вывеску, и я решила помочь собачкам. Деточка, как тебя зовут? Настя. Настя, спасибо тебе большое. Да, я видела, эта девочка подходила, читала вот вывеску около стола, и вот она вернулась. Я хочу, чтобы собачки успокоили, и им было все хорошо, чтобы у них было много хозяинов. Чтобы их не выкидывали на улицу. Ой, какой... Ой, спасибо тебе, молодец какая. Молодец. Спасибо. Да, и спасибо родителям, что воспитывают таких хороших деток. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное вот за помощь. Берите наши визиточки. У нас много видео на YouTube, на Фейсбуке у нас там. Быстрее как-то обновляется информация. Вот. ВКонтакте вот у нас есть, Инстаграм у нас есть. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Спасибо вам большое. Спасибо огромное вам за помощь. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста. А? Как вас зовут? Меня Оля зовут. А молодой человек ваш? Игорь. Спасибо вам, ребята, огромное, что вы неравнодушны. У нас более 1000 собак и кошки. Приезжайте, волонтеры нам очень нужны, очень нужны. Да. Не можем. Волонтерская помощь нам очень нужна. Мы лично действующие волонтеры, поэтому спасибо вам, ребята, огромное. До свидания. Не скажете что-нибудь? Что-то. Меня Юрий зовут. Мы с женой вот решили помочь животным. Самих собачка есть тоже. Помогаем на улице. Которые собачки бегают бездомные тоже на корме. Вот увидели акцию сегодня. Решили присоединиться. А, то есть сегодня только увидели, да, что здесь? Спасибо большое. Спасибо. Что-нибудь пожелаете нам? Ну, чтобы поменьше было бездомных, чтобы они хозяев своих находили. Это самое главное. Ну, спасибо, да, вам большое. Спасибо за помощь. Как ее вас зовут? Ксения. Очередной неравнодушный человечек к нам пришел. Поэтому хотим сказать огромное вам спасибо, что вы с нами. Вам спасибо. Много делаете. Там очень много неравнодушных людей, которые помогают. Будет с нами. Помогать, да, мы очень надеемся, что не было дневных. А как вы о нас узнали? А я потом слышала по радио, что можно донести. Мы-то тут вообще ничего не слышим. Тут... Я очень рада, что это работает. Значит, да, я слышу, что можно не отсекать. Кстати, вот у нас значит работа помогает. Девчонки, я пойду сейчас тоже говорить на фонды, чтобы не равнодушно вода. Хоть как-то помочь. Спасибо. Возьмите у нас визиточку. Подписывайтесь на наш канал. На наш канал, на Лохматую душу. Будьте с нами. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот у нас тут немножко накапливается в нашей корзиночке. Да, вот сейчас мужчина подошел, но не захотел, чтобы его снимали, но вот принес пеленки, принес игрушки вот эти, вот Тань показывает, для кошек, очень хорошие, классные. Бабушка пришла, бабушка. Да, бабушка пришла. Мы ставим вам 20 рублей, и мы обязательно эти 20 рублей купим корм. Бабушке огромное спасибо, мы, к сожалению, спросили, как ее зовут. Да, пауч какой-нибудь купим. Обязательно купим пакет корма. И обязательно передаем бабушке большое спасибо. Все эти денежки и большие-то пакеты. Так, вот мальчики вернулись. Так, хлебушек убери, чтобы... Да пусть кушает. Ну, кушай. Скажите, как вас зовут, мальчики? Как вас зовут? Андрей. Егор. Егор, да. Очень приятно. Вот мальчишки вернулись, купили вот кошачий корм. Пришли. Ну, ребят, пожелайте что-нибудь нашим животным. Чтобы они жили и чтобы здорово. Чтобы здорово, они жили, да. Хорошо, чтобы мы не всегда были родные люди. И чтобы никогда их не сбывали нашу. Да, молодцы, да. Спасибо большое. Вам. Главное нашим животным найти сначала хозяев. Спасибо. Да, потому что спасибо. Вот они... Очень правильное пожелание, чтобы молодцы. Никогда не сливали наши. Вот мальчики вернулись, приходили спасибо тут узнать, вам. Да, и вернулись, купили спасибо. Вот.
пакетики для кошек. Когда люди благодарны, они жмут друг друга. Как делают взрослые люди? Давай. Жирные. Ничего, мне не жалко. Спасибо, мальчишки. А вас по громкой связи. По громкой связи видели, да? Да. А потом, уже... узнали, да? А потом уже увидела вот это, ваш локатик. Спасибо вам. Спасибо вам. Возьмите, пожалуйста, визиточки, приезжайте к нам в гости. Мы под Чеховым находимся. Если занимаетесь таким делом, я боюсь, у меня сердце разорвется. Ну ладно, это вам так кажется, у нас очень хороший приют. Очень ухоженные, толстые и упитанные собачки. Да. Хорошо. Так и что кошечки, вам понравится. Да? И кошечки есть, да. Хорошо. Так что вам понравится, наоборот. Хорошо. Всего хорошего. Спасибо большое. Подошел еще один неравнодушный человек. Скажите, как вас зовут? Андрей. Андрей. Андрей принес нашим котяткам, нет, или щеняткам, котяткам корм. Андрей, спасибо вам большое. Скажите, где вы про нас узнали? Откуда? Вывеску увидели. Вывеску, да? Да. В магазине. А до этого не знали, да, нас? Нет. Вот теперь возьмите, взяли нашу визиточку. Выходите на наш канал, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Увидите, что у нас куча живых лохматиков. Может быть, проникнетесь, и мы вам будем интересны, и вы с нами будете помогать нам. Может быть, мы вот волонтерим, ко всему прочему, то есть ездим в приют. С большим удовольствием едем. Обожаем помогать. Спасибо вам, Андрей, спасибо. Большое. До свидания. Спасибо. Сразу девочки еще к нам подходят, тоже с помощью. Спасибо вам большое. Подождите, как вас зовут? Анна. Анна. Анна тоже решила помочь нашим лохматикам. Как вы о нас узнали? Мимо проходили. Вот видите, вот какие люди у нас все-таки с большой душой. Проходя мимо, они не прошли мимо. Они любят животных. Спасибо вам большое. А вас как зовут? Юля. Смотрите себя на Ютубе. Спасибо вам. Спасибо. Посмотреть на Ютубе. А скажите, как представьте, пожалуйста. Меня зовут Лиза. А откуда узнали об нашей акции? Ну, во-первых, вот там вот было написано, и мы всегда участвуем в каких-то акциях по помощи бездомным или бедным детям. Вот, поэтому мы решили тоже участвовать. Спасибо, спасибо. Вот, спасибо вам ваш большое. Ваш подарок нашим животным. Да, спасибо. Мы обязательно передадим всем. Спасибо. Еще одна девушка пришла к нам с помощью для наших собачуль, лохматиков наших. Девушка, как вас зовут? Ксения. Ксения, спасибо вам огромное за помощь. А где вы узнали про нас? Сейчас здесь в магазине. В магазине, то есть до этого вы не знали про нас ничего. Вы возьмите, пожалуйста, нашу визиточку. Любую, какую хотите, да. На любую полная информация. Ага, хорошо. Посмотрите. Почему вы решили нам помочь? Можно два слова? Потому что я же люблю животных. У нас много животных, у нас тысячи собак, у нас кошки, все бездомные, все подобрыши, со своей историей, со своей судьбой. Поэтому приходите к нам на сайт, станьте нашим подписчиком, лайкайте нас. Хорошо. Может быть, вам понравится, будете нашим волонтером. Мы находимся в Чеховском районе. Хорошо. Спасибо вам за помощь. Огромное. Хорошо, что акции такие, можно хотя бы не особо заниматься. Да. Ну, какую-то помощь, да, оказывает. Это здорово. Да. Спасибо да. вам. Спасибо вам, Ксения, огромное. Да, мы у вас хотели спросить, а где вы о нас узнали? Мимо проходили. А, просто мимо проходили, прочитали, да? Да. Спасибо. Как малыша зовут? Федя. Да, Федя. Федя? Вот, принесли. Давай, принесли да. нам помощь. Ну, да. Да, узнали, да, вот да. в магазине, спасибо, проходили спасибо. Мимо. Спасибо, собачки будут кушать. Они голодные, им холодно. Они покушают, им будет сытно и тепло. Пожелайте что-нибудь нашему приюту, может быть. Я желаю вам развиваться, делать великолепно на самом деле. Вот. Я желаю, чтобы клиентов у вас становилось меньше. Да, да. Чтобы больше щенят, собак находили хозяев, потому что не очень гуманно все-таки бросать наших маленьких зверей. Тем более, если взял ответственность до конца. А вы вообще не слышали о нашем приюте ничего? Возьмите вот посмотрите визиточки, да, почитайте, на YouTube заходите. Хорошо. Да, может, увидите скоро себя. Да. Спасибо большое за помощь. И тут же сразу поступает к нам еще помощь. Я так понимаю, вы с бабушкой? Да, с бабушкой. Вот о чем я говорю, что и бабушки, и внучки.
Спасибо вам большое. Стараются нам помочь. Как вас зовут? Людмила Дмитриевна. Людмила Дмитриевна. Пришла с своей внучкой. Как вас зовут? Мария. Мария. Со внучкой Марии. Спасибо вам большое. Это вы делаете хорошее дело. Помочь вам? Это... Спасибо вам, что вы неравнодушны, что... Огромное спасибо. Нам пришла помощь очередная от неравнодушного гражданина. Ирина меня зовут. Вам Ирина. Большое спасибо. Ирина. Я очень рада, что кто-то этим занимается. И хотела бы, чтобы это было чаще и больше. И очень вам спасибо. Ирина, огромное вам спасибо за помощь нашим лохматикам. Смотрите себя на Ютубе с нашими благодарностями. Спасибо. И благодарностями от наших лохматиков. Нам пришла очередная помощь. Необходимо. Надеюсь, будет много людей, которые будут красавицы. Благословны к таким акциям. Мы никогда не будем забывать, что есть животные, которые точно знакомы. А как вас зовут? Спасибо вам большое. Возьмите наши визиточки. Посмотрите нас на Ютубе, в соцсетях. Помощь все продолжает поступать. И поступает она от разного слоя населения, от разных возрастов, вернее. И детки, и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. В данном случае внучка с бабушкой. Как зовут тебя? Ульяна. Ульяна. А бабушку как зовут? Наталья. Наталья. Ульяна и Наталья пришли помочь нашим лохматикам. Так, давай, ну, клади в корзинку. Как вы узнали про нас? Ульяна, откуда ты узнала, что мы... Принимаем помощь. Объявление висело. Отлично. Спасибо большое, что ты такая маленькая, уже хочешь помогать животным. Спасибо вам большое. До свидания. Еще девушка решила помочь нашему приюту. Здравствуйте. Как вас зовут? Спасибо. Чем вы хотите нам помочь? Кошачьим кормом. Ага. Наши котейки... Ой-ой. Наши котейки скажут спасибо, Аня. Здоровья. Спасибо вам большое. Так, акция у нас продолжается. Пошли мы купить... А, вот, кстати, да, вот они мы. Вот они мы. Мы пошли купить корма 6 мешков. Это прислала Лариса Пак 5000. И... Ирина Живлакова, 1100. И женщина к нам подошла и говорит, вы из лохматой души? Мы говорим, да. Разрешите вам помочь деньгами? Корм тащить тяжело. Я говорю, давайте. Нам как раз не хватает немножко до 6-й пачки. Поэтому вот так люди нам помогают везде. Ловят нас. Кто дает 20 рублей, кто 300 рублей. Кто корм несет? В основном, конечно, несут корм. За что всем огромное-огромное спасибо. Вот мешочек корма стоит. 1079. Спасибо большое. Успехов при стройстве вашим питомцам, здоровья и организаторам и руководителям, и всем, кто помогает, и материально, и ручками, что, наверное, много ценнее убрать, сварить, приготовить, накормить. Врачам, которые лечат, ветеринарам. Ну и чтобы поменьше было отказных и брошенных животных. Спасибо. Спасибо вам большое. Кстати, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья. Нам продолжает поступать помощь от неравнодушных людей. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр. Александр решил помочь. Вот там акция. Андрей, как вы узнали про нас? Александр. Александр, извините, ради бога, я отвлеклась. Александр, как вы узнали про нас? В интернете, да, нашел вашу рекламу в сообществе Подольскому. Увидел, что вы здесь принимаете помощь и решил заехать у своего кордона как раз помочь собакам. Спасибо большое. Собакам. Спасибо. Вот под... Александр сказал, что он подпишется на наш канал. Уже подписался. Будет как бы нас... Участвовать в жизни нашего приюта. Конечно. А потом, знаете, что втянетесь. И никуда вы от нас не денетесь. Может быть, и волонтерить. И возьмем себе собачку. Пока, к сожалению, не имеем. Но планы есть. Я взяла двоих из приюта. При том, что у меня была собака и два кота. Поэтому... Ну ладно, пойду я дальше. Спасибо, Саш, вам большое. Спасибо. До свидания. Желаем вашим питомцам обрести новую семью, хозяев. И чтобы у них была в дальнейшем сладкая, прекрасная жизнь.
Спасибо большое. А как вы узнали о акции? По громкой связи, да. Спасибо большое за помощь. Еще девушка к нам пришла, еще одна неравнодушная, хочет помочь нашим лохматикам. Спасибо вам за помощь. Спасибо вам. Это вам спасибо. Наталья. Наталья нам помогла с пеленками, кормом. А где вы про нас узнали, Наталья? Сегодня проводили акцию, и там висит объявление. А вообще не знаете? Чем могу. Здорово. Спасибо вам большое за неравнодушие. Вам спасибо. Желайте что-нибудь нам. У вас есть животные? Да, у меня есть животные. Я бы взяла себе животные. Нет вам. Приезжайте к нам волонтеры. Пускай не счастливы. Пусть вы... Да. Вот. Я взяла на будущее визитку. Да. Выходите к нам на видеофобию, очень много информации. Мы видео выпускают наши девочки, мальчики, раз, два, два в неделю. У нас, кстати. Да, это поможет. Зачем? Смотрите нас, подписывайтесь на нас, лайкайте нас. Живите с нами. Спасибо вам большое. Спасибо. Нам продолжает поступать помощь. Неравнодушные люди идут и идут. Спасибо вам большое, что вы есть. Как вас зовут? Представьте. Лена, меня зовут. Лена. Лена, с чем вы к нам пришли, расскажите? Как вы о нас узнали, расскажите, пожалуйста. Узнала от вас сегодня рассказать, что в Чехове новый открылся благотворительный, я так понимаю. То есть уже приходили, да, сюда к нам? Да, походили. Да, потому что народ. Вот, и хотела помочь кошечкам. Спасибо вам большое. Вот сюда положу, да. Пусть кушают. Спасибо. Буду здоровенькой. Спасибо, берите нашу визитку. Берите, Лен, возьмите нас, да, нашу визитку. Мы везде в соцсетях есть. Спасибо большое. Спасибо вам большое за помощь. Спасибо. Это вы сейчас узнали, да, когда вы здесь были? Объявление, да, да. Да, спасибо. Приезжайте к нам. Мы вам визиточки свои дадим. Приезжайте к нам, пожалуйста, в гости. Там телефон написан, сайт у нас на YouTube, у нас канал есть. Приезжайте, пожалуйста, к нам. Спасибо за помощь. Что вы можете сказать? Даже не вам, а людям, которые встречали бы вас в магазине. Не проходили мимо, часто помогали. Спасибо вам большое. Спасибо. А так вы вообще про наш приют ничего не знаете, да? Вот возьмите визиточки, на YouTube заходите на наш канал «Лохматая душа». Нам женщина подошла, 1100 дала, потому что не захотела обратно с тележкой заходить в торговый центр. Начала спрашивать, а правда ли эти 1100 идут на фонд? И я сбегал при ней, купил большой пакет корма. Так что женщина убедилась, что мы не себе эту 1100 положили в карман. Так, это вот мальчики вернулись. Мальчишки вот эти вернулись, которые приносили паучи, да, два раза они приносили. И принесли вот это сердечко и сказали, это для вас. Очень, очень трогательно. Вот, мальчишки вернулись и принесли мне сердечко. Работу работали. Да. Танину машину завалило снегом. Еле нашли. Теперь еле откапываем. Более того. Вот так мы работаем. Боря, поверни, зачем попой? Дай голову сюда. Вот так волонтеры проводят свои выходные, товарищи. Устали. Боря, скажи хоть что-нибудь. Нету силы моего брата. Гав сказать не можешь. С бутылкой воды, видите, как вот так вот. Вот. Да, экипировались. Да, если в следующий выходной тут же будет акция, народ, подтягивайтесь. Что мы вчера собрали на акции в глобусе. Спасибо всем огромное за помощь. Теплые слова, которые вчера были сказаны нашему приюту. Thank you.
дошла тут до кошатника, вот тут вот киськи сидят. Вот у них тут кисюни такие. Вот. А вот корм, который вчера собрали в глобусе. Вот игрушечки. Вот дядечка там один принес. Вот. А тут вот в коробочках корм, в пакетиках и такие вот маленькие вон в коробке. Вот это вот все-все. А, пеленки вот еще приносили люди. Так что большое спасибо всем. Вот кошачий вот здесь уже убрали.